Приветствую, с вами 108. И в данном видеоролике мы будем делать обзор на очень громкую Mitsubishi. Владелец у нас Егор. Сейчас у нас вкратце расскажет про свой автомобиль. Это первый автомобиль из нашей тимы Pro Sound Team. В дальнейшем будут еще видеоролики по обзору автомобилей. Но сейчас сам владелец кратко будет рассказывать про свой автомобиль. Под капотном пространстве стоят протяжки, дубляжи 50 квадратов. На штатный генератор, от него идет на кислоту, стоит предохранитель, все как положено. Дальше идут провода в багажник, там уже интересней. Получается, в багажнике стоит АГМ Вентура 100, купленный у Данила. Потом там дистрибьюция идет на усилители. Усилитель на САБы идет Audio Nova, 2500 на моноблок. На фронт у меня идет Kicks 2.1800. И на твиттера идут у меня Lightning Audio и LAT4.1200. Сабы Dynamic State CCV.32. Настройка короба 33-34. С ненастроенного ящика был результат 144,4. Занял второе место. Да, Loudfest. Вступил в команду вот Pro Sound Team. Как бы, в принципе, всем очень доволен. С помощью этой команды я дособрал наконец-то свой фронт. Да, Инстаграм. Ну, фронт получается 6 пар Edge, название точно не могу сказать, 2 пары пищалок Edge, тоже название не помню, там цифры, буквы. Да, серия Pro Edge на неодиме получается. Твиттера, да, тоже прошки. Пионер 580, старичок. Регуляторы закреплены временно на стяжке, потому что времени собирать особо не было. Да, обшивки делал сам в гараже, мучился, и вот что-то получилось. По срезам, получается, твиттера у меня от 6,3 порезаны и сверху распущены четвертым порядком. Динамики порезаны от 125, тоже четвертым порядком. Сабы порезаны 63, четвертым порядком. Ну, вообще, на весь автомобиль примерно, ну, год, средств примерно 280 тысяч. For your last 10 transactions, please press 1.
Вроде повеселее бы. Вот видеоролик подошел к концу. Надеюсь, данный обзор вам понравился. Машина довольно-таки громкая. Я надеюсь, что Егор потом поменяет себе и калиточки, и сабвей звено. Все-таки двадцатки, я думаю, будет намного лучше. Ну, а так, в принципе, автомобиль очень повседневный. В принципе, вот можно ехать впятером. Еще можно взять с собой чего-нибудь. Очень вместительно. Не то, что у меня. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик. В описании очень много полезных ссылок. Также, если вы хотите приобрести динамики, сабы, усилители, виброизоляцию, в описании ссылочка по промокоду 108. Можете получить хорошую скидку. Если вы хотите помочь Егору поменять лобовое и бампера, можете по ссылочке в описании немножечко ему задонатить. Либо через меня передать. Я точно передам, не волнуйся. Если вы хотите собрать громкий валящий ящик, по ссылочке в описании также можете получить скидку на чертежи. Также по наклеечкам, которые вот у Егора есть. Также грили, которые установлены у меня в автомобиль. Также по ссылочке в описании вы можете перейти и все себе это дело заказать. Под свой индивидуальный дизайн. Ну а с вами был 108 и Егор. Всем удачи, пока. В описании также будет ссылочка на Егора, если хотите ему помочь. Ты сволочь, блин, смотри на меня, блин.